Сломались, пацаны. Сломались. Закончился, да. Можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? На Киев, бля, хуярите. Да. А где на подавайся говорят? Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши и плен сдаются хорошо. Потому что тоже пацаны не знают, куда еду ехать, бля. И я вот всю колонну пообспрашивал таких, как вы. Никто не в курсе вообще, кто куда едет.